Всем доброе утро. Сегодня четвертый день диеты. Это мой завтрак. Здесь у меня фасоль, перец. Я потушила это все на воде, немножко добавила томатной пасты и положила туда крупу. Не знаю, забыла, как она пшеная на русском. Пшенка, по-моему, на русском называется. И вот такой вот у меня будет один крекер. Черный хлеб закончился. Взяла вот такой вот крекер. У нас сейчас 11 часов утра. Вот, а утром где-то в часов 8 я выпила чашку кофе с одной вафелькой. Обед. Все та же фасоль, которая у меня была на завтрак вместе с пшеном, если не ошибаюсь. А если ошибаюсь, извините меня. И это сверху у меня рыба вареная. Сейчас 10 часов вечера. Я сделала себе вот такой вот рисовый крекер, намазала его немножко вареньем и сделала себе чай с молоком, без сахара, естественно. Вот. И перед этим съела несколько вот таких штучек. Ну, буквально, не знаю, жменьку, наверное. Где-то 30 грамм, это около 137 калорий. Есть хочется постоянно, постоянно думаю о еде. Я не знаю, или это во мне причина, какая-то проблема у меня, или я не знаю, или я что-то делаю не так, потому что постоянно хочется есть, или это потому, что это всего лишь четвертый день. Всегда говорят, что первую неделю очень тяжело, потом уже как-то начинаешь вливаться в эту колею, то есть организм уже перестраивается, и у организма совершенно другие потребности. О, ну не знаю, сейчас пока что очень тяжело, очень тяжело. Очень тяжело. Сделала себе кофе с молоком, рисовый, вот как я уже сказала, крекер с вареньем. Хочется, естественно, что-то сладкое, потому что сладкое я практически вообще урезала. Ну, то есть не практически, я урезала. Его практически нету. Вот. И, ну, как-то так. Перед обедом у меня еще было яблоко, я съела яблоко, потом после завтрака у меня был тоже перекус, я выпила чашку ромашкового чая и съела три финика, тоже есть хотелось страшно постоянно. Вот, ну вот так, ну как-то пытаюсь, конечно, держаться, ничего такого, булок, естественно, я не ем, не пихаю в себя, вот, но вот как-то так. Конечно, я считаю, что это не идеально, это неправильно, то есть не надо есть вот это варенье, можно было бы его чем-то заменить другим, а чем его заменить другим, я не знаю. Вот, но пока что как-то так, посмотрим, что будет дальше.